приехал у вас Юрий Николаевич. Сюда. Угу. А ну спой, как ты в автобусе пел. Ням-н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 ям. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Порт пленка. Только что за гадость ты пьешь. Да, славненько. Белое полусухое вино. И тут давали эту башню. Построена она по конкурсному проекту архитектора Воробьева. Пагунская башня с таким расчетом создавалась, что когда вверх по лестнице поднимаешься, с внешней стороны видны то морские, то горные просторы. Не спеша с остановкой, мы с вами и будем подниматься вверх сейчас по башне. Вход с левой стороны пройдем сейчас. А вот с правой стороны очень красивая, красиво оформленная шашлычная. Если кто-то из вас захочет шашлыков поесть, сделать нужно это так, заранее заказывать, просто говорить количество, чтобы когда вы спустились с башни, они будут готовы уже, иначе вы не успеете ничего, или за машиной будете бежать, или вообще придется здесь оставаться. Значит, давайте так, на 2 минутки зайдем, кто захочет заказать, пожалуйста, заказываем. Нет, тогда поднимаемся вверх по башне, посмотрим на парни. Красиво. Ну вот так вот встать. Да, так встать. Я тебе... Не надо садиться. Встань быстрее. Садиться не надо. Сюда смотри, сюда смотри. На папу смотри. Раз. Но все не ковыряй. Раз. Знаете, у нас есть такая вертолетная экскурсия на гору Фиштву. Розовая трапеция. Видно. Я так думаю, что да. Все, не ходили. Без меня нельзя. А вот так вот, чтобы поближе еще. Высота почти 700 метров над уровнем моря. И великолепная видимость сегодня. Вообще все, что есть, все нам просматривается отсюда с вершины горы Большой Ахун. Вот вы видите, вот так вот смотрите. Круговую, потому что действительно настолько все красиво, настолько все. Каждая вот буквально деталь, которая находится на берегу, все это видно. Детальцы. Поэтому так, тут далеко. Слишком далеко. Так, в какую сторону? Будет долго. Вот на эту площадку поднимайтесь, может, там увидеться. Ну, все на море смотреть надо. Турция за морем у нас находится. Зачем? А может, там сквозь туман увидеть. А если бинокль, говорят, стоял по границе? Точно голову. Давно уже не стоит по границе. Там внизу предлагают для проката бинокля. Давай его. Не-не, здесь стоял по границе. Давно. Откройте, не вам по душе, правда? На море вружу. А город не отсюда вообще. Вот по всему переднему плану поставить. Я не умею Thank you.
80 километров. Да, солнце падает. Видите, я там даже здание расположено на берегу пустом, да, освещены солнцем, если посмотреть, их можно. То есть видно сразу все, что можно видеть, все видно. Ближе к нам еще один мыс находится, далеко выходящий в море, Балуга такой мыс. Это Адлер, самый южный район, где находится аэропорт на южной оконечности мыса. А по берегу Адлера вот так идут друг за другом высотки. Адлер – курортный городок, вот там как раз шоссе проходит. Дальше жилые районы, а от берега моря, если взглядом удаляться, поселки находятся. Большой часть совхоз Адлерский находится. Часть совхоз находится по реке Коста, Костинский часть совхоз. Так что вот все окрестные в окрестных поселках в основном выращивают чай и различные продукты. Док, Саша Волк, а дальше желтое оружие на микрофоне. Это где-то лазурное, которое мы рядом, если это верхом покажу. А кто в натуре? А вот на море стоит высок, что вам видно. Какая тебе нравится? Вот прям который. Если она лучше нравится, где Бог. Не могу оторваться.